И всем привет, меня Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я играю в редактор Far Cry 5, зимняя миссия номер 1. И это та миссия, о которой я забыл, которую я не прошел. И из-за того, что я ее не прошел, я теперь не могу зайти в новую миссию, так как там написано, если вы не прошли все миссии из именно какой-то части, а я ее не прошел. Кто знает, тот знает то, что я ее не прошел. Итак, давайте я выберу мое снаряжение, штурм, и давайте погнали. Штурм, так что. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. На вас. Погнали. Так, у меня патронов нету, почему-то это странно, но это так как миссия такая, такие какая-то, можно сказать, старая. Ладно. Теперь берем вот так вот, спрыгиваем. А что теперь делать? Я же не спрыгну. А, ладно. У меня есть такая фигня. Так. Так. Окей. Дальше. Я уверен, если вот так вот тихо, вот так вот слезать, то можно здесь слезть. Кто помнит эту миссию, тот знает, наверное. Так, сюда, наверное, тоже можно как-то. Блин, нет. Я падаю. Так, все. Все пока что нормально. Так. И теперь спускаемся вниз. В чем прикол? Почему я снимаю сейчас эту старую миссию? Ведь уже новые есть миссии. Что такое? Почему? Дело в том, что пока что я ее не прошел, я не могу... В общем, я не могу новую миссию включить, которая уже вышла. Поэтому, ребята, если я не могу ее включить, придется перепроходить эту миссию, потому что это единственная миссия, которую я не прошел. Ну, точнее, я проходил ее, но... Что-то я ее не прошел. Кто помнит, это была, по-моему, третья часть прохождения. Так, я спустился. Ну да ладно. Так, теперь мы берем то, что у нас есть, так как автоматы мне никакие не нужны. Так, сюда теперь едем. Можем взять автомат. Погнали. Я точно не помню, как ее точно проходить, но так как я... Если подумать, что я ее не проходил раньше, то... Какие-то странные очень. Ну да ладно. Меня не запалить. Так как это старая миссия, здесь ничего такого нового нету, где типа там без... чтобы не заметили надо. Так, у нас есть вертолет, то есть спокойно мы можем уже добраться до туда. Но мне нужны оружие. Я беру, значит, лут. Нет, лут я не беру. Гефтики. Это эти. Ясно. Где эти? Не понял. А, вот. Тоже какой-то лут. Так, где автоматы? Я уверен, здесь были гранаты. А где автоматы? По-моему, я помню, что здесь были какие-то оружия, автоматы, там, фигня всякая. Тут такого нету, ребят. Так. Вот они. Так. Берем это. И берем это. Все, у нас достаточно оружия. Так, окей. Молотов что-то валяется. Странно. Ну да ладно. Так, пушка есть, все есть, как бы. Ладно. Там мне ничего не надо, потому что все у меня есть. Так, лут взят. Теперь смотрите, бежим сюда. Если вы все сделали, как я сказал, и не упали еще там, на горе, то продолжаем идти сюда. Так. Идем сюда. Так. Забираемся на лестницу. Еще следующая лестница. И еще одна лестница. Блин, меня палит. Так. Все. Я залез. Я еще не... Меня не спалили. Так, вертолет. Вертолет, он... Я забыл, он... Нет, он, походу, не с этим. Или с этим. Надо проверить. Так. Окей. Так. Окей, садимся.
Нет, это обычный вертик. Это не такой вертик, который такой. Так что давайте. Пока что мы спускаемся. Просто пока что спускаемся. Я нифига не делаю. А, кстати, вот верт еще есть. Он тоже такой же, точно какой. Такой же, как этот. В общем, на вертике можно... Так. Так. Влезаем. Тихо, теперь берем вот так вот. И погнали в бой. Я уверен, как-то можно завалить. Тихо. Всех завалили. Если хотите. Теперь я не иду сюда. Так, если дом здесь, то я где-то примерно здесь. Ребята, это возможно пройти, если играть. Пока что все тихо. Пока что я со всеми разобрался, которые были. Но здесь не 256 человек, как в твоей миссии, так что для меня это изи просто вообще. Уже. Так, если я нахожусь здесь. Здесь вот тачка. То они, значит, находятся где-то примерно. Сейчас посмотрим, где. Ай. Ладно.
Короче, ну, до дома у меня не долазит. Ладно, посмотрим. Что такое? Посмотрим, куда. Нет, я даже перелетел, походу, дом. Дом находится там. Погнали. По-моему, он где-то здесь, нет? Находится. Нет, ты точно не здесь. Где же дом? Нет. А, вот он дом. Вот он. Спокойно садимся. Это фигня. Спокойно начинаем обстреливать. Так. Где-то не здесь. Это дом. А вот они. Тихо. Тихо, меня спалили. Сейчас разберемся с ними. Стреляем. Как тут вообще? Твою мать. Тихо. Уже не изи началось. Твою мать. Ну, это обычные. Они сами себя взрывают. Спокойно сидим. Что эта штука меня прикрывает, ладно. Так. Тихо. 54. Так. Так, тихо, добираемся до миномета. Давайте пальнем в них просто. Вот они.
тратим пули. Миномет. Все готово, просто изи. Идем. Теперь можно спокойно выходить. Вот это оружие мне не нравится, давайте его как-нибудь заменим на что-нибудь. Это мне тоже, давайте я этот автомат возьму. А этот я заменю на обратно этот. Так вот пусть будет. Так вот будет прикольно. 28 патрон, давайте я перезаряжусь, возьму оружие, которое здесь есть. Тут автоматов что-то нет. Так, валяются тут какие-то. Не, ну тут странно, почему здесь автоматов нет. Может, здесь есть? Да, вот можно набрать автоматов. Осталось совсем чуть-чуть. Я уже дошел почти до конца, ребят. Че, патронов больше нету? Все. Как раз. Так. Теперь идем туда. Получается. Ну там два вертика, че. Теперь ищем врагов, так как... А, у меня бинокль есть. Да ладно, у меня бинокль есть. Я же забыл, в первых миссиях есть бинокль. Там. У нас есть свой верт. Добегаем до него. Погнали. Надеюсь, они не стреляют всякими хренями. Минус один. Ты здесь взялся-то? Вертик перевернутый, что-то. Что он перевернутый? О! Тихо. Минус один. Минус два. Минус три. Окей, так круто. Так. Минус 4. Там уже какие-то ребята заспавнились. Тихо. Ты чё? Раз. Два. Всё. Давай. Вообще изи.
кто остался? Так, минус один. Окей. Будет больно! Убью всех! Не попал. Я тебя урою! Это ангелы, только не такие, ладно. Так что вообще изи. О боже! Все? Вообще изи. Там остались какие-то йоды. Смотрите сколько. Я завалил сразу. Так, патроны есть? Еще все нормально. Ладно. Дробовики какие-то валяются. Палки. Садимся обратно. И погнали. Давай, убейте меня. Тварь. Тебе конец. Здесь с ним будет все нормально. Вашу мать. Еще одни. Тихо. Тут уже все восстановилось. Нет, не восстановилось. Тихо. Помогите! Готовы. Теперь берем, бежим дальше. Что-то я им не доверяю, но да ладно. Буду я еще прицеливаться с миномета, это что-то лень. Лучше дайте, где бегу. Ой, черт. Зря я сюда приперся. Все. И кто остался? Хрен его знает. Осталось несколько человек. Осталось совсем чуть-чуть. Мы пройдем эту миссию наконец-то. Погнали. Здесь где-нибудь прилетим. Я уверен, что враги там.
Да, действительно, они там. Мы теперь их спокойно берем вот так. Остался один, где может быть один? Даже не знаю. Он явно один. Может здесь где-нибудь? Нет. Может в лесу где-нибудь? Где ж один враг? Ну хоть на вертолете теперь полетаю, посмотрю всю карту. Где он может быть? Нет, его нет почему-то. Где-то ведь он должен быть, не? Вот он. Давайте закончим. Все. И всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. И если вам понравился данный видеоролик, конечно, он немного старый, потому что миссия старая, но все же я ее прошел, так как в прошлом видеоролике я ее не прошел, а в прошлом видеоролике я имею в виду редактор Far Cry 5 номер 3. И, в общем, я эту миссию не прошел, сейчас я ее перепрошел и прошел. В общем, все нормально. И в следующем видеоролике уже будет новая миссия. Ну, в общем, пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.